вас приветствует Настя Кальченко. Сегодня я вам хочу показать несколько идей для украшения комнаты или просто для подарка на день всех влюбленных. Первое у нас будет вот такой магнитик I love you. Не знаю, видно, нет, сейчас посмотрю. Вот так вот. Вот. Такой вот магнитик I love you. Вот, значит, на камере очень плохо видно, что там написано I love you. I, сердечко, you. Вот, мы будем делать такой вот магнитик. И сейчас я вам покажу, что понадобится нам, чтобы его сделать. Нам понадобится простой карандаш один. Потом любой цвет, любой карандаш, у меня зеленый для фона. Вот, для фона. У меня зеленый. И красный карандаш для сердечка. Ну, чтобы разукрасить сердечко. Еще я для надписи брала корректор и черную ручку. Черную ручку я тоже взяла. Вот. Это не зеленая, это черная ручка. Вот, все, что нам понадобится, это вот. Абсолютно все простое. Значит, для начала. И бумага. У меня она уже использованная. И ножницы. Я забыла ножницы. Но сейчас я приготовлю. Вот, значит, ножницы. Потом нам понадобится еще терка на всякий случай. Большая. А, чуть не забыла, еще магнит нам любой ненужный понадобится. Это у меня давно уже попадался в каких-то конфетах. Любимов Kids называется. В общем, вот. Такие вот длинненькие конфетки в одной пачке. Вот. И, как я сказала, карандаши разные и бумага обычная. Для начала мы вырезаем из бумаги уже небольшой кусочек. Все остальное я убираю. Значит, вот, на белом фоне не видно. Вот, значит, сейчас я уберу. Так будет, наверное, лучше. Вот. Такой вот кусок остается у меня. На этом куске я сейчас буду рисовать надпись I love you. Беру простой карандаш, он у меня очень маленький, и рисую надпись I love you. Вот. Такой вот надпись I love you. Даже эта надпись у меня получилась красивее, чем та. Ну, это мы еще раз украсим. Вот. И теперь рисуем вот такую вот, чтобы вырезать потом вот так вот. Я вообще хотела сначала обвести, но потом подумала, что лучше снять видео. Вот так вот. На камере тоже опять же не видно. Ну ладно. Потом результат, вот, все равно результат. И результат вы сами увидите. Потом я вообще вводила вот это вот все корректором. Я, наверное, сейчас тоже принесу корректор и тоже обведу. Ну вот, значит, я принесла корректор. Он у меня такой с кисточкой. Я вот так просто ставлю точки или вот так вот просто обвожу с корректором. Потом легче будет черной ручкой. Да. Обводить сердечко я не обвожу корректором, я обвожу надпись. Потому что сердечко мы будем разукрашивать, а надпись будет оставаться белой. Корректор высох уже. Теперь можно брать черную ручку. У меня шариковая черная ручка. И вот так просто обводим. Сердечко мы обводим тоже черной ручкой, потому что сердечко, ну, как я и тут обвела, чтобы было ярче видно. Можно вообще абсолютно любую надпись, но День Святого Валентина, как бы можно это эти магнитики и на Новый год делать. В общем, на абсолютно любой праздник. Уже надпись I love you уже такая вот. Можно оставить такой, но я разукрашу сердечко все-таки. Ну и вот эту вот.
обрамление тоже обвожу. И теперь разукрашиваю и потом врезаю. Все, вот я разукрасила, у меня получилась такая вот красота. Вот точь-в-точь. Копия. По секрету скажу, я эти валентинки я хочу подарить родителям их. Вот, я по контуру не буду врезать, потому что мне кажется, это красивее. У меня весь личный дневник вот так вот сделан, ну, не до конца вырезан. Вот, и вот тут так же самое, вот. Вот, и я уже заранее вырезала сам магнит, чтобы его приклеить. И теперь берем абсолютно любой клей, только не ПВА, он не будет держать. Можно клей-пистолет, клей абсолютно любой, но только не ПВА, он не клеит вообще. Вот так вот приклеиваем, ну, можно вот так, можно как хотите, в общем, приклеивайте, лишь бы вы приклеили этот магнит. Вот, сейчас я схожу, заклеим. Все, вот я приклеила магнит к нашей надписи вот этой вот, и все. Первое, как сделать такой вот магнитик, я показала. Следующий вариант, как украсить свой дом или сделать такую романтическую обстановку, значит, я вам хочу показать, как сделать из обычных, абсолютно обычных конфет, любых причем, красивую упаковку. Нам понадобится, значит, и для этих же конфеток я буду делать коробку из обычной коробки из-под чая. Значит, конфетки пока что откладываем в сторону. Нам нужно сначала подготовить. Очень просто все. Я буду делать, просто покажу на трех конфетках. Смотрите, мы просто берем, рисуем сердечки. Красивые сердечки. Ну, вот, в общем. Не видно там было. Вот я нарисовала сердечки. Теперь беру карандаш красный или какой вы захотите, в общем, карандаш. Я вот тут так разукрашиваю. Вот, с трудом разукрасила эти сердечки. У меня чуть рука не отпала, пока я красила, потому что таким маленьким карандашиком очень сложно разукрашивать. Теперь я эти сердечки вырезаю. У нас получились такие вот классные конфетки-сердечки. Вот. Теперь мы будем делать коробку. Нам опять же понадобится бумага. Кусочек бумаги. И мы его складываем. И вырезаем сердечко. Просто красивое сердечко. Такой трафаретик. Получилось симпатичное сердечко. Вот такое вот. Такое вот красивое. Оно нам не понадобится. А нам понадобится сам трафарет. Такой вот трафарет. Сердечком такой вот трафарет. Значит, мы его прикладываем к нашей коробочке. Получается красиво, очень красиво. Смотрите, как красиво. И пока что мы трафарет убираем. Нам понадобится или корректор. Ну, корректора слишком много, чтобы покрасить всю коробку. А вот гуашевые краски самое то. Сейчас я приготовлю гуашевые краски. Вот я приготовила уже воду, но ее не видно. Значит, гуашевые краски, я их перевернула, они были грязные. Начинаю рисовать. Вообще, у меня кисточка до сих пор грязная. В красном или в каком-то цвете. Ну, в общем, ладно. Вообще, нам понадобится кисточка, которую вы найдете дома. Абсолютно любую. Знаете, желательно губку. Но губки я не буду переводить. Я лучше покрашу такой вот кисточкой. Маленькой. Чересчур уж маленькой. Значит, вот. Я покрасила эту коробку. Значит, вот. Да. И теперь я на этой коробке вот переворачиваю еще, значит. Меня аж трясет после этого, этой краски. Вот так вот беру сердечко, прикладываю там, как сейчас. У меня краска еще не высохла, так что можно. Да. Придется потом заново красить. Ну ладно. Значит, беру вот так вот трафаретик. Потом
мажу клеем и посыпаю. Или блестками, там, или бисером. В общем, посыпайте, чем хотите. Ну вот, я намазала клеем, приберу обычный такой бисер. Красный, желательно. И вот так вот беру. Так вот. И, не знаю, видно там, нет. Я так посыпаю. Ой, посыпался. Ой-ой-ой. Потом это все собирать. Вот, смотрите, какой эффект. Да? Вот, в общем, это очень красиво, между прочим. Очень красиво. Ой, посыпался. Вот так даже очень хорошо поставить. И мы сегодня с вами сделали вот такую вот красивую коробочку. Красивую коробочку с сердечком. Двигаемся дальше. Магнитики I love you и конфетки. И три конфетки с сердечками. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Не забываем писать комментарии. И подписываться на мой канал. Всем пока!